Кого, не убила? Походу, да. Вторая машина. Вторая машина. Тоже не убила. А куда-то машины мимо летят. А вы где там? Ну, мы еще раньше. То есть, пока не скидывали нас ничего. Да я ничего... Ну, а где самолет? Вы что сделали? Где самолет? Как нам прыгать? Где самолет? Самолета нету, куда прыгать? Я сейчас этого заметил. Где самолет? Добрый, дорогие подписчики, зрители, гости моего канала. Едем к Федорову, снимаю сегодня видос по игре GTA 5. Сегодня буду с Жекой, поздравлюсь. Да, всем привет, ребят, мы в разных командах. Это хреново, я, получается, один в своей команде или что? Сейчас посмотрим. В смысле один? Я с Джокером, получается, а ты с кем-то другим должен быть? Нет, я один, получается, потому что нас, походу, трое всего лишь. Ну да, нет. Так и есть. Получается, в смысле? Нас... Да в прямом. Я один. Понимаешь? Это что такое? Ты, короче... Смотри, ты видишь нас? Ты со снайперки, видишь, где мы бежим? Ты должен сбрасывать на нас всякое говно сверху, понял? Ты внизу? Нет, мы бежим, вон, вверху, ты видишь, где мы? Да, да. Нам да, надо, да. Короче, паркурить тут, бежать и всю трассу проходить, а твоя задача нас убить. Вот, но убить лучше не со снайперки, а убить лучше, сбросив на нас машину. А как ты ее можешь сбросить? Ты можешь тупо стрелять по машинам со снайперки, они будут падать, понял? Да-да-да, я понял это. А это что за самолет здесь, вертолет? Не знаю. Ты зачем стреляешь так рано? Мы же еще не там. Стоп, а где? Вы там, по-моему, были. Ты по карте смотри, но ты должен нас видеть. Вот мы сейчас по самолету бежим. Ну, вижу, вижу. Ни хера вы опасные. Так, я прыгаю. Не, ну ты, Дима, будешь один, так что тебе будет сложнее. Ай! Че? А ты что, не видишь нас? Ты не можешь нас простреливать чисто так? Не. В смысле, а где ты, я не понимаю? Я вам путь ухудшил. Ты надо, да вообще тут хрен пролезешь, тут тачка какая-то горит. А, ну это я ее скинул, это я ее скинул. А, нет, я улетел с карты. Пока, Микс. Второй пишет, куда ты? Да я, знаешь, я на пробел нажал, он не туда полез, куда мне надо, а за забор и прыгнул нахрен с этого сверху. Охренеть. Давай, бей нашего. Да я не могу его найти. Блин, прикольная шняга, я теперь только... Видишь, где он? Он сейчас, короче, через второй самолет будет перелазить. Я понял, я пытаюсь по самолету. Вот по второму самолету бежит. Ты по самолету уже не скинешь, ты уже его, ну, немножко подшаманил. Да-да-да, и наш, кстати, тоже парень... А, нет, он не загорелся. Давай-давай, вот сейчас он будет подниматься наверх. Видишь эту подъем такой? Ай! Слышишь? Ты его стреляешь. Я его убить не могу. О, сейчас, кстати, еще кто-то к нам подключится. В смысле убить? А, он спрыгнул! Да все, я его загасил. Блин, подожди, это надо... Ой, самолет скинул. Это надо попробовать, ну, самому тоже попрыгать так. Ну, так ты сейчас будешь с той стороны, да. Отлично, отлично. Кто-то говорит, а, ну ругается парень, ругается, я его скинул все-таки. Смотри, два человека сразу подключаются к нам. Это будет просто, просто эпик. Я надеюсь, ты ко мне не придёшь. Знаешь, короче, тут весь прикол в том, что нихера, да. А тут стрелять, ну, по людям. То есть тут надо именно объектами их убивать. Поэтому сейчас, короче, попробуем скинуть так что-нибудь. Нет, ну вот это давай ты вот без этих всяких штучек. Да я пробегу, тебя убью, а потом хоть что скидывай. А там на финише будут или какие-то базуки у тебя, или снайперка тоже, или еще что-то. Ну, чтоб ты нас убил, короче. Я понял. А, вот я вижу тебя. Я с кем-то уже, получается, я с ножом. Да, ты с ножом, ты будешь с ножом бежать. Только ты аккуратно, там надо сначала, смотри, не упади вниз, там надо с большого разгона прыгнуть. Настроя. Вас трое бегающих? Да. Куда охренеть. Ты уже самолет скинул? Я ничего не скинул, я вас не вижу вообще. Я пока еще, подожди, я не могу определиться, где вы будете. Там прыгать с большого разгона получается, да? Ну, первый прыжок, да, я чуть не упал туда. А, вон я вас по никам вижу, что вы бежите. Я там понял. Там что-то все взрывается, давай прыгай. А, вон вы где! Ты меня не нашел? Нет, вы ничего не скинули на нас, получается, пока. Так, смотрите, когда вы будете... Вот какого фига вы самолет скинули? Мы его не скинули, он специально так крылом встал, он сам, я даже в него не стрелял. Так, короче, ладно, ловите машину на вас. Не попал, не попал, не попал. Кстати, рядом, очень рядом была со мной. Ловите еще одну. Три, два, один. Тоже рядом была. А-а-а, я упал! А что ты... Там дырка была, короче, я повернулся и упал, охренеть. Там, да, аккуратно, там весь... О, еще кто-то свалился тоже. А я вот там, где машина горящая, я, короче... Прыгнул, и он у меня на забор полез, а не на машину. Ага. А у меня так, наоборот, ты, значит, я повернулся. А вон они. Вон, там еще один тоже спрыгнул. На забор нечаянно полез и упал. Ты видел его? Да-да-да. И последний два остался, человека давайте. Или последний один остался? Один остался, гасите его, короче. Вот, смотрите, видишь, как, где... А, ну ты, ну, собственно говоря, за эту сторону уже играл. Я как раз вижу его, да. А что, он стоит, там АФК?
Нет, он идет потихонечку. Так если вы сейчас взорвете самолет, то. Не стреляем его. Если вы сейчас самолет взорвете, это будет жесть. Он не прошел. Он прошел, он прошел, он прошел. Так, стой, 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 дальше, дальше. Че? Я не могу. Смотри, что я на него скину сейчас. Смотри! Ой, я вижу, он убегает. Я трубы на него скинул. Ты видишь, он обратно побежал с испуга. Я ему такой мешок труб скинул просто. И самолет упал вниз. Ни хрена. Там еще можно было дрова скидывать. Диман, целься чуть-чуть повыше, там можно всякого. Да, то есть там есть все. Давайте. Да, 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 там трубы, дрова какие-то вот над вторым самолетом. Короче, все, мы погнали. Нахера стрелять по мне? Да, ну тут некоторые просто не понимают, что нужно стрелять именно по предметам. И предметами убивать. Для этого что-то и сделана эта карта, чтобы рассчитывать. Все, мы бежим. Так, все, хана. Настрой, кстати, мы сейчас будем на вас такой хрен скидывать. А, вон, я вижу, и трубы эти вижу. Я этого изначально не заметил, отвечаю. Видишь, там трубы и самолет, это, дрова. Вижу, да. Над дровами стоит машина. В машину стреляешь, она роняет все дрова. Так, где вы? Приблизительно понять вас. А вон вот где. Мы только начинаем. Идите, я вниз головой упал. Так, самолет, кстати, еще ровно стоит. Уже нет. А, стоп, а где вы? А, вот вижу тебя. Ну, то не ты точно был, но это я вы. Я по самолету бегу сейчас, по первому. Я не знаю, почему на меня ничего не скинули еще пока. Я упал! Да, охренеть, я испугался, там машина на меня полетела. Так, где вы еще? У вас один остался, да, получается? А, вон вижу его, все. Скидывайте на него. Он, короче, прямо на этой фигне сейчас. Скидывайте машину! Все, скидываю. А что он стоит? Ой-ой-ой, там полетела жесть что-то на него. Вы стоите или нет? Мы стоим, да. Он у вас стоит? А, вон он что-то... Что он делает? Он не туда бежит куда-то. Стоп, я его вообще не вижу. Ты немного скажи, где он, просто за этими как раз-таки закрытыми... Я не знаю. Вот он лезет сейчас по машине. А на самолет сейчас пойдет, да? Да, на второй. На второй сейчас пойдет. Угу. Ну, я, кажется, второй... А, стоп. Скидывай на него бревна, скидывай бревна! Да бревен... А, вот! Так подожди, их уже нет, и все. А, их уже скинули. Ну, раньше времени кто-то скинул. Да так это я скинул, ты говоришь, скидывай самолет. На него, все, я начал скидывать по нему. Сейчас будет следующее бревно. Все, вот так. Скидывай на него трубы. Во! Все, ему хана. Он назад перепрыгнул и переждал это, прикинь. Да ладно. А, прошу. Его взрывом убило. А нет. Ой. Живой? Его как-то якобы откинул. Там, короче, видишь, вот эти трубы катятся. Угу. Вот не, я этого не вижу, у нас все закрыто. Я вижу, что что-то падает потихонечку. Он по трубам перелез, пробежал, идет дальше. Давай, скидывай все на него нахрен подряд. Да я не вижу его, во-первых. Вот, видишь красная машина, которую ты можешь скинуть? Все, скинул. А, чуть-чуть рано. Ну, блин, что там еще можно скинуть? Я не вижу, я же от его лица смотрю. Нормально? Так, он тут. Сейчас скажу. Видишь грузовик такой, огромная фура? Я скажу, когда скидывает. Я скажу. Машина взорвалась, и он сдох. Он прямо на машине, которая взорвалась. Охренеть. Вы ее скинули, она понял? Я скинул изначально раньше чуть-чуть. Да-да-да. Ну что, теперь вы нас будете гасить. У нас. Я теперь понял хоть немножечко, как тут надо действовать, и надо осторожно все. Надо действовать, я тебе подскажу. Не лезь вперед. Да-да-да-да-да. Я жду буду, пока вы все поскидываете, потом буду через сквозь все это прорываться, пытаться. Ну да. Сейчас мы твоих поубиваем быстренько. Не, ну самое жесткое это вот эти трубы, которые можно скинуть, и бревна, которые вы что-то вообще раньше времени засунули. Жестко раньше времени. Ну там, кстати, наш скидывал их. Что-то реально рано скинул. Так, давайте, все, я готов. Я иду к тебе. Давай. Иди ко мне. Я иду к тебе. Сейчас мы, короче, первый из ваших сразу самолетом уберем. Так, я тебя вижу, Диман. А где ваши-то? Мы, конечно, мы можем хедшоты поставить, но не в этом миссия это заключается. Так, смотри, сейчас, куда как я полез? Убью вашего. Смотри, сейчас, как я убью вашего. Куда он полез? Тихо. Куда он полез? Я понимаю, что вы сейчас скинете на него самолет. Но он пока не идет. Он, короче, там танцует. Смотри, вот сейчас ваш будет прыгать. Короче, ладно, кидаю. Блин! Рано, он, кстати, собирался прыгать уже. Ну, так я понимаю, что если бы я увидел, что он уже Тот упал? Да, он... Куда он упал? Ну понятно, короче, понятно. Он упал, все, он сдох. Так, машина полетела. Никого не убило? Походу, да. Вторая машина. Тоже не убило. А куда-то машины мимо летят, а вы где там? Ну мы еще раньше, то есть пока не скидывали нас ничего. Я ничего... А где самолет?
Вы что сделали? Где самолет? Как нам прыгать? Где самолет? Самолета нету, куда прыгать? Я сейчас этого заметил, где самолет? А где он делся? Я, короче, обратно лезу. А куда обратно? А ты где? Да я тут, я не могу. Ты видишь, где меня? Вот смотри, короче. Видите нас? Ну, а, нет, вы нет. Нас не можете видеть, да, по-любому. А как... Ну, я примерно по карте вижу. А где самолет? Самолета ли... нет, я не могу прыгнуть. А второй есть. А первый что, не зарезался, что ли, или что? Он, походу, упал. Сейчас пошли. А, вот, я вижу кого-то из вас. Он упал, самолет, да, он упал, первый самолет. Да капец вы, блин, даете, кто-то на машину на него поскидывал. А, ну это ты был. Нет! Ты видишь, да? Ты видишь, я лечу. Я стреляю по машинам, они пролетают вниз, я думаю, что за херня? А самолет упал, у него крыло оторвало, смотри, он без крыла. Охренеть, просто охренеть. Вот если бы не самолет, мы бы прошли дальше. Ну ладно, вот мы же поздыхали, получается, да. Что у нас сейчас? Раунд поражения, сейчас вы добудете. Это вообще не ждан был. Ты понимаешь, он, ну, как бы, когда карта респавнится, он, ну, есть шанс, наверное, что он упадет. Там крыло ему оторвало и все. Ну, возможно, да. Или как бы своих висит. Так, ладно. Сейчас еще попытаемся. Ну, сейчас вы, кстати, будете лезть. А нас получается... Ты будешь один, походу, лезть. В смысле один? Ну, ты один залез, посмотри. Ну, нет, вдвоем. А, ну все. Все, короче, мы побежали. Я не знаю, я хочу просто до финиша добежать и посмотреть, что там будет. Да уже тоже охота. Охота, охота, охота. Где наш самолет? А, нет, наш самолет на месте. Повезло вам. Не успели, да? Я скинул, одного вынес. Нет, 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 он, ты его не вынес. Я вынес его. А, ты его самолетом вынес? Я самолет скинул, он взорвался. А-а-а. Прыгай по-бырому. Просто выстрелом убил. Так, ладно, я иду. Прыгай по-бырому, чуть-чуть осталось самолет. Фура! Упадет. Фура! Какая фура? А, вот эта фура, ну на фуру. А-а-а! Ты про эту фуру говорил? Чё? Я бегу по самолету. О, спасибо, что раньше времени скинули фуру, которая не скинулась и зависла какого-то хрена. А, ты про это говоришь? Ну да, она, кстати, зависла, не повезло чуть-чуть. А я тут это, качусь просто по этой дороге. Так, бронежилетик взял. Прыгаю. Ну-ка, ты видишь второй самолет? А-а-а! Да до сзади взорвалась фура. Что-то повзрывалась, Диман. А почему эта машина целая, я не понимаю. Ай! Самолет упал! Самолет упал! Как? Блин, я выпал! Я выпал с гнезда! А самолет выпал тоже, Диман, и у него опять крыло оторвало. Знаешь, почему он выпал? Я понял, почему. Я, короче, стрельнул по этому, по этим, как их там, железным вот этим... Фура, короче, его сбила. Или... Да, фура, это... и не только фура, вот эти вот... Ладно, я обели покинул флайп. Ты падаешь, да? А что делать, блин, самолет упал? Наши тоже падают. Наши тоже попадали. А, блин, надо было подождать, и мы бы выиграли этот раунд. Да, раунд победа получается у нас. Сейчас мы будем бежать. Блин, вот если бы... Да, кстати, если сразу поскидывать эти фуры, то самолеты сразу падают и не делают. Нет, ну ты понимаешь, что первый-то раз, когда там все фуры были скинуты и бревна на самолет, еще но они не упали. Еще плюс два человека. Еще плюс два игрока, жесть. Вот подходят парни, да? Молодцы вообще. Че за хрень? Не, ну то, что у вас первый самолет упал, там вообще никак не пройти, это жесть. Сколько раундов осталось, да? Жал. Это получается. Не знаю, сколько раундов. Я 4 поставил, но тут, знаешь, сейчас вроде 2-2 или что, я не понимаю. А, ну да, получается, да, еще 2 раунда. Ну, отлично. Так, самолет живой. А пока почему не взрывайте. По 5? А, нет, я с ножом. А, все правильно. Так, 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 самолеты не скидывайте. Как написать? Там один вообще кривой. Самолет. Да ничего, давай, все, едь, иди. Я вам все сейчас отлично. Дельтаплан и аэроплан скину. Скидывай его. Так, сейчас. Подгадаю, кто-нибудь пойдет. Рановато. Ебать. Да куда вы самолет скинули? Это не самолет был. А. Так, я скинул аэроплан дельтаплан. Но я никого не убил. Он взорвался. Да, да, он взорвался. Теперь мы прыгаем. О, наш одного скинул, просто скинул. Фурой! Фурой скинул он? Нет, он его просто пнул, и тот, короче, упал вниз. А, блин, я думал, я фурой убил. Все, тут больше ничего нет. Давай быстрее беги. Он по самолету стреляет. Сейчас самолет взорвется, быстрее беги. Он по самолету стреляет, быстрее. Он по второму самолету по двигателям стреляет специально. Быстрей! Диман, я тебе предлагаю быстрее идти. Я бегу. Я тебе предлагаю не останавливаться. Я бегу, я упал. Да вставай ты, дурында! Иначе ханас... Все. Ну какой придурок это сделал? Господи, не... Взрывай самолеты большие. Блин, да зачем он их сделал? Взрывает, я не понимаю. Дебилы, просто дебилы. Он всех повзрывал, получается, да?
Я то живой, но он что нам делать? Он один самый главный самолет взорвал. Второй. Которого у меня не было. Ну, короче, все, я прыгаю. Я на вас прямо скидываю, погоди. Я уже прыгнул вниз. Видишь меня, нет? Я вижу, как бревна летят за тобой. Придурок. А, кстати, он говорит, окей, больше не буду скидывать, получается. А, ну окей. Ну, но мы не будем скидывать тоже самолеты, не скидывать. Так, надо написать. Самолеты большие не взрываем. Все, отлично. Я, в принципе, прописал, надеюсь, наши послушают. Ну, не знаю, там. Взрывайтесь, падайте. Наш один остался, он стоит и ничего не делает. Ваши попадали? Нет, они не стоят. Все, наш падал, наш упал, все. Ну блин, ну что за Джокер? Джокер же вроде адекватный. Не понимаю. Ну, потом написал, окей, не будет больше. Так, все, отлично. Ну он же сколько раз, он первый пытался взорвать. Но он не взорвался. Знаешь, там под двигателям куда-то? Да, я знаю, знаю. Жмите Enter. Так, все, погнали. Вы сейчас будете бежать? Да, нет, мы будем по вам стрелять. Вы будете бежать. А, ну все, тогда сейчас дохожу до финиша, короче, из базуки вас выношу всех. О, ноу. Ну или с танков. С танка. Там была такая карта, где танк в конце. Ну, кстати, он здесь есть, танк в конце. Да? Да, он есть здесь. А, ну все, сейчас вы с него словите плюху. Как красиво уже вылетите все из гнезда, если словите плюху с танка. Ну, ты пока долети еще до конца. А, вон где танк-то, я его отсюда вижу, может как-то можно считерить? Так, ну естественно, вы не успели меня убить этой хренью. Потому что я по скиллу по совести спрыгнул. О, кто-то вывалился из гнезда. Ты видел это? Это Джокер был, да, он как-то каким-то странным прыжком прыгнул. Ай, фура! Ятить мой глаз. Хана вам, походу, сейчас будет. Там вторая фура, я не хочу идти. Ну идите. А, да зачем? Да кто? Я был прямо на этом самолете, когда он взорвался. Зачем вы по самолету стреляете? Короче, Микс, не удалось тебе сегодня нас вынести ни с базуки, ни с танка, ни еще чего-нибудь. Немножко карты не доработали, кстати, 167 уровень у меня новый. Если бы нельзя было скидывать их, не взрывать, было бы намного проще, да? Да-да-да, да нафиг эти самолеты вообще поставили, какой с них толк? Ну да-да-да, кстати, если бы их не было, да, сверху бы было бы намного эпичнее. Трассы побольше всякого говна наверху, чтобы скидывать. Да-да-да, мне кажется, из-за этого трассу, мне кажется, никто больше не прошел. Ладненько, ребятки, если понравилось, конечно, ставьте лайк, и тогда мы запишем для вас еще. С вами был Димка Федоров, ЖК Микс, подписывайтесь на наши каналы, ссылочки будут в описании или же в интересных каналах. Всем удачи, всем пока, ребят. Всем пока, ребят.